don't you ever mess with my son. Don't you cross, don't you ever cross a path. You should you know we're about to set. А, у тебя ник Блаш, что ли? У меня ник не важен какой, потому что мы тут с тобой вдвоем только. А, Black of Fun, да. Кроме нас, я просто... курица. Ай, господи, вон там какой-то значок бандитов есть. Смотри, кто рыцарь. Ириш. Я Джек Шепард. Посмотри на меня. А как ты скин свой менял? Я не менял, у меня такой... Ты смотри, слушайте. Ей норм. Какой норм, я чтобы не мучилась. Я, можно мне лошадь? Нажми стрелочку вверх. Спасибо. What the hell are you doing, бьяч? Хорошая лошадь, слушай. Да прикинь. Джек Шепард, а можно вдвоем на одной лошади? Я думаю, что нет. Это какую-нибудь повозку найдем. Да хоре уже, но... Что такое? Капец. А что, автонаводки нет? Ова! Я люблю автонаводку. Ова! А в мультиплеере этого нет, да? Капец. Тут еще и этого. Рыдай, по-моему, нет. Ну, хотя, скорее всего, есть. Вот. Да хоры, вот ты лошадь мою испугаешь, ну. Вот теперь сам лови ее. Да я сейчас свистну свою захудалую. Нам надо как-то прокачиваться, видимо, я думаю. Я не знаю. Меня просто доставляешь, что я тут нахожусь. Лошадь, стой! Стой, собака! Она убегает. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А у меня нет лассо. Так бы я ее заарканил. Какой лассо? Мы только начали тут вот... Блин, ну. Стоять! Давай-давай-давай-давай! Опа! Чё, Джек Шепард, поехали в первый город? О, смотри, подожди. Сейчас мы с тобой будем вдвоем рассекать. Ты смотри, что я могу. Давай с тобой поднимемся на какой-нибудь на вершину. Я граблю Курван. И в дыбы. Сейчас как я такой... как тут оружие менять? Блин, я в эту игру не играл, наверное, на 50. Ой, чё он сделал? Тебя. Не очень хороший из меня варю. Дилижанс уходит. Давай, мы уходит Джек Шепард. За ним. Да у меня лошадь погибла, я сам чуть не это. Меня убили. Я косой, как хрен знает кто просто. Мы по мне стреляют. Давай, давай, я вижу, он едет. Я догоню его. Давай, Джек Шепард, ты сможешь. Он врезался в столб. Все, один XP мне дали. Караван наш, братка. Прискочи на нем сюда обратно, к ферме, я тут. Винчестер, я забрал у него винчестер. Везет, блин. Тогда грабить и убивать. Мы будем беспредельщиками. А то у меня какой-то, я не знаю. Я вообще. Мне вообще бы одеться. Как бы все-таки как-то я не культурно гол. О, тут что-то лежит. Это мое, наверное. Чувак скачет. Да, я вижу. Почему-то он ко мне лезет. Так, ну я посмотрю управление. Может тут есть этот в опциях автонаводка, потому что я привык уже к ней. Так, мультиплеер. Casual, вот так поставлю. Я буду казуальным игроком. То есть пусть орудие само наводится, как в этом Макс Пейне третьем. Макс Пейн третий вообще, кстати говоря, сразу знаешь, что это игра Rockstar. Правление вот именно как в РДР. Давай, Шепард. Ну что, погнали. Тан-та-дан. Куда? Куда мы поедем? Какой мне город? Дал, конечно, оружие. По железной дороге я не думаю, что хорошая идея искать. Какой город мы захватим первым? Смотри, птичка. Мочи ее. Соберем с ней. Какую птичку? О, смотри, смотри, какой-то стрейнджер. Я подстрелил. Все, с кэжуалом, конечно. Это его убью. А, ты... Я думал, ты его будешь как бы... А, ты хочешь, чтобы я его убил? Да-да-да. Я убиваю его полностью. Я только вот не знаю, как мы тут можем останавливаться на этой лошади и ехать назад. Не надо мне ехать просто... назад. У нас этот... А, это патроны просто. Задай мне направление, и мы туда поскачем. Да, я маленько погоняю на нашем Феррари. Скачу. А ты постреляешь, у тебя винчестер все-таки. Ай, хапа, винчестер. Погнали. Я сейчас тогда скажу нам, куда примерно ехать. Но, родимая. Ох, блин, я ее сейчас тут же нельзя ее загонять. О, а что это такое, куда он скачет? Можно. Там у тебя слева полосочка синенькая убавляется. Не, ну как да, вот если она убавится, то лошадь. Но я думаю, что она захочет нас кинуть. Джек Шепард, мы сейчас убьемся. А-а-а. What are you doing? Токио дрифт. Ой, ой, а кто стреляет? Это стреляешь? Это я. Так.
Что-то хоть что-то дьявол болтал, вроде у нее ничего нет. На этим блестяшка какая-то светится, если там что-то есть. Мало. Вот, вы наблюдаете сейчас. Ну, если ты снимаешь, то я говорю со зрителями, что вы наблюдаете сейчас, как два закоренелых бандита начинали свой путь. Че ты несешь вообще? Я добрый. Я добрый. Ох, блин. Прошел. Велосипедист, да, гаси. О, это что такое? Смотри, смотри, смотри. Тихо. Я тут слезу. Я тут. Тормознуть. Там что-то такое. Подожди, там как стик назад завести. Какой-то сундук. Прости, я чувак. Патроны для всего своего оружия собрал. И мне остановили, дай. И мужик ускакал от тебя на лошади. Или это лошадь? Нет, это лошадь от меня ускакала, мужик не ушел. Так, а что ты его путал? Как ты как-нибудь... А как тут плутать? Просто подойди. Ну, у него ничего не было. Эти штуки. Ну, вот тут внизу. А, чтобы человека плутать, тебе нужно треугольничек нажать. А, ну-ка. Не дают ничего. Ну, ладно. Вези извозчик. Сейчас договоришься. А, и почему-то я на этого сел. Тихо-тихо, я... Знай свое место, Джек Шепард. Я же проступил лошади колено. Ну ладно, стреляй. Я пока этот, к шлюхам в бар заеду. А ты там пешком как-нибудь. Окей, я сейчас перезаряжу свой винчестер. Ой. Не, на самом деле, конечно, на Xbox игра выглядит заметно лучше. Не, ну просто, да, заметно, я слышал об этом. Небо и земля просто. Ну, тут тоже хорошо. PS3 как-то уж так, что-то как-то... Ну, вообще с этим движком не очень хорошо дружит. И в GTA 4 тоже. Чё, Джек Шепард, как там у тебя дела? Я в салон иду. А, не, мне... Тихо. Куда это? Это я чё-то? Это я куда это? Я не понял, куда меня телепортировали. Я там выбрал какой-то транспорт, это, видимо, чтобы перемещаться между городами, но... Да-да-да. Я отменил это. Я теперь перед каким-то гигантским забором. Ну, короче, этот городок называется Thief's Landing. Ну, я, да, перед ним. Угу. Я сюда же портанули. Окей. Атмосфера здесь, конечно, клёвая. Вообще люблю вестерны. Город какой-то заброшенный, а в сингле тут дофига народу, а в мультиплеере в этом... Ну, так народ убрали, чтобы не было кого убивать. Ну, несколько людей все равно стоит. Вот, допустим, вот этот чё стоит тут? Давай. Че ты тут стоишь? Я ему по сусалам бью. Я так-то добрый тут, в этой игре. Какие бандиты? О чем ты говоришь? Познайте. О, какой-то мэн стоит. Кто меня стреляет? Я тебе скажу, что стрелял. Ой, я и он, это. Он расстроился, он на меня обиделся. Мне нужна чья-нибудь одежда. Это левый дед сидит. Привет, дед. Дед меня чуть не вынес. Внезапно появилось дофига народу. Так, дед, ты что хочешь? А, это ты там носишь и стреляешь? Да, я деда кого-то убил. Вошел в салон. Тут кто-то орет. Короче, хозяева в город приехали. Слышь, старый, немцы в городе есть? Как проехать на Берлин? Нельзя купать почему-то. Так, тут замок какой-то на двери, может, его можно. Угар, трэш, садомия. Кто стреляет? А, это ты. Нельзя его снести. Кто тут шел тогда? Поехали в Мексику, Джек Шепард. Ну, в Мексике там как бы воровать-то особо нечего. Мексиканцев? Мексиканцев, да. Это как раз вот там дополнение-то про зомби, да. Такие... Видишь, это, что похоже, это? Это недостаток оперативки, потому что первые минуты три мы просто ходили по городу, он был пустой, тут никто не прогрузился, а теперь тут наконец появилось дофига народу. Я тебе дам. Прикинь, человек просто хотел меня убить. Меня. Вообще наглый. Давай, я жду тебя на нашем Феррари. Связался. А, лучше я поеду, да. Потому что я, походу, знаю дорогу. Я, конечно, играл в нее очень давно, но вроде какие-то воспоминания есть. Я знаю дорогу, Джек Шепард. Ты не Сусанин 3000. Нет. Так, по-моему, наша Феррари сломалась. Ну, или, по идее, или, если по ты мере... налево завернешь и будешь пилить по дороге и держаться. Плохая лошадь. Левой стороны тогда. Мне не нравится. Взял, убил ее.
Она еще... Тык-т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 ык. Алло, блин, уже начереет так. Офигеть. Ночью ничего не видно. Ночь тоже жутковато, кстати. Кто ты там улетел? Все. Убил, сломал. Нет, подожди, я хочу лошадь забрать. Иди сюда. Забирай. Лучше, чем моя. Блин, ушел. Да я не в тебя стрелял. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Ой, ну ладно. Ты убил мою лошадь. В голову причем. Пойдем пешком, Жигжопорт. Куда ты хочешь идти? Мы люди с большой дороги. Сейчас я поставлю чекпоинт, наверное. Так, мэп. Так, мы поедем... Вниз нам надо. Поехали в Пайк Бейсин. Не вижу где это. А, все, увидел. А вот там вот что за... значок банды какой-то? Где? Ну, прям над Пайк Бейсином. Так, прям над Пайк... Мужик в шляпе нарисован. А у меня там вопросительный знак. Free Roam Help. Поехали по-твоему. Давай ты указывай дорогу. Ты туда поставил waypoint? Нет, сейчас поставлю. Поставлю. Джек Шепард, ты такой фиговый бандит. Вот у меня такой... Ой, такой Irish. Ирландец. Irish crazy man. Ага. Так, ну нам в город обратно. А как ты свистишь? Стрелочка вверх. Ух ты. А-а-а, я по горам тут скользю, как варзак. Это я горец, тебе не положено. Блин, я тоже шотган хочу. Где моя лошадь? Да вот. Умерла твоя лошадь. Не-не-не, у меня бесконечная лошадь. Это моя лошадь вообще-то. Давай-давай, иди с... Ослик! Где ты ослика нашел? Он ко мне прискакал. Ну, погнали. А у тебя лошадь, да? Ну, чтоб полоску. Ну, это я бы не назвал это лошадью. Я такой Санчо Панса такой. Вот ты слышал бы, как он у меня... Ой, блин. Лумёртвое кобыло у меня. Не знаю. Блин, не ускакивай далеко от меня. Он скачет очень медленно. Я его загнал уже, он просто в истерике. Не, да. Ну, я на нем поеду. Я его полюбил. Мёртвая лошадь, какого черта? Мы покидаем город, да, мертвые женщины, люди, лошади. Банда придурков-лузеров. Индеец и ирландец. Да, я назову тебя Варфоломей. Ты будешь моим любимым осликом. Кто тронет моего ослика, того ждет страшная участь. У меня будет лошадь Изабелла. Изабелла? Да. И Варфоломей. Офигенно. Клево. Блин, подожди, ему плохо, он сейчас сдохнет. Он уже орёт. Надо маленько притормозить. Так что жди меня. Тебе придется со мной еще навозиться, потому что я буду долго скакать. Зато качественно. И чего она тебя на дыбы ставит? Клево, потому что твой ослик так может. Зато у меня, смотри, вездеход какой. Блин, прикольная система управления все-таки вот этими вот зверями в этой игре. Вообще офигенная. Нигде ни в одной игре такого не видел. Именно как живая ощущается лошадка. Ну да, постоянно, ну в Обливине еще наподобие лошадки сделано неплохо. Нет, ну вот тут вот именно нужно со скоростью. Первое время вообще тупишь, как ей управлять. Постоянно да, ну тут X потихонечку нажимаешь, нажимаешь. Да, подбадриваешь ее. Если бешено начнешь. О, у меня опять глюк. Чувак сидел в воздухе. Да, нормально. Сейчас опять кто-нибудь скажет в комментариях. Опять ночные серии. Я ничего не вижу. Давай, ковбой. Слушай, у меня есть идея поезд грабануть, если мы его увидим. Так давай в легкую. Пошли по рельсам, поехали. Пошли по рельсам, поехали, отлично. Ну мы доберемся, бандитов с тобой завалим, заберем их снаряжение и пойдем грабить поезда. Да, окей. Хардкор. Главное, что мне этот... будет достаточно легко его догнать на ослике. Смотри, тут какие-то два человечка нарисованы, знак вопроса. Че, может, что-нибудь сделаем? Ну, это твое. Знак вопроса я вижу. Ну, пошли к знаку вопроса, посмотрим, что это. Окей. Помощь там какая-то. Ну, мы помогаем только за деньги, за большие деньги. А тут же как-то привязывать можно свою лошадку? Да-да-да. Подгоняешь, там будет кнопочка привязать. Что-то допомню еще.
Ой, у меня не появилась эта кнопочка. Так, ну ладно. Понятно, это, короче, подсказчик по игре. Угу. Подсказки всякие дают, когда ты нажимаешь треугольник. Очень полезно. Фоломей. Иди сюда. Забелла. И... О, я слышу его эти вздыхания. Я бы не советовал тебе смеяться над моей лошадью. Ты понял? Да, я понял. Так. What are you looking at, asshole? Так, в городе на меня объявлена охота. За меня дают 40 баксов, прикинь. Гэнг матч какой-то. Ну-ка, что это такое вообще? Хочу посмотреть. Вон там полиция идет. Так, я сейчас посмотрю, у него есть... Подожди, что ты сделал? Загрузка пошла. Ну да, вместе со мной, только я был в одном шаге от дробовика полицейского. И теперь у меня его нет. Как ты мог? Перестать танцевать мне разрешают, окей. Так. Я хочу начать. Нажми стрелочку вправо. Что мы делаем? Я не знаю. Сейчас будем отстреливать, судя по названию, бандитов. Ага. 10 минут продержимся, дадут 5000 походу. Запросто. Да, опять загрузка. Ну да. Это снова сейф. Загрузка. Опа, дуэлька. Ну че, давай. А ты умеешь? Я не умею. Я забыл уже. Я играл в феврале. А я играл года 3 назад, наверное. Так. Короче, у нас, видимо, несколько попыток будет. Я просто и в этом не мог. Ты вообще какой-то толстый лицо летяги. А ты очень такой American красивый. American Army. Че, Democracy, да, там будешь сейчас мне показывать? Подожди, че от меня хотят? Сейчас, подожди, сейчас видим, что будем делать. И... Get ready, но... Американская армия победила. Че это было? Ловлю с Виктори. Почему я был толстяком каким-то? А мне дадут там игры? Мне он нравится. Ну, в смысле, как это, не в том плане. Ну, ты понял. О, ты чё стреляешь-то? Блин. А, у нас так мы появляемся в разных местах, да, и валим друг друга. Я думал, ты бежишь там, я не знаю, подружиться со мной. Вообще не стреляю в тебя. Понятно. Ну, хана тебе, Джек Шепард. Френдли, Френдли, да-да-да. Блин, как это делать? Где ты? I'm here. Тут я вижу коров, Джек Шепард. Так, American Bastard. Как мне перелезть? Viva la Mexico! Viva la Revolución! Revolución! А, я тебя совлечел, отстрелил. Капец. Пока я там разобрался, как выглядит уже. Freedom! Freedom! Так, а как прижиматься тут? Вот прям Assassin's Creed 3 какой-то. R1 прижиматься. Да, Assassin's Creed 3 тут, по-моему, курит. Все-таки... Я думаю, эта игра на несколько классов повыше его. Потому что сколько лет она так и не устарела. Че, Джек Шепард? Где ты? Стремно быть тобой, да? Where are you, some of a bitch? I'm right here. Блин. American Peak. Where are you? Откуда? Я не вижу откуда. Джек Шепард. Мне не показывают тебя на карте. Ну это же хорошо. Не показывайте. Да, блин. Бастер. Это будет страшная месть, Джек Шепард. Ты где нашел эту хрень? Я сгорел, ты меня не пристрелил, ты меня сжег. Ты понял? So bad. Ты меня уже на 3 фрага сделал, это ненормально. Спрятался такой наверху. Я, говорит, тебя не вижу. Да, нормально. Джек Шепард порвет меня, как обычно, сейчас, походу. Блин, я сам убился. Ясон ступит. Джизус. Я думал, как в этом, в Алане Вейке сейчас. Спущусь спокойно. Ну где ты? Вообще бы не показывалось на карте. Так было бы прикольно. Можно было бы там кемперить, я не знаю. Ну да. Так, тут не надо спускаться, я думаю. Т-
Так, хорошо, вот спуск, походу. Джек Шепард, ты где? Я. За твоей спиной! За моей спиной куча говна, так что... Ты же знаешь, что это идеальное прикрытие. Джек Шепард, мы не знаем. Я знаю, ты где-то здесь. Ну да, учитывая, что мы играем тут. Я где-то в этой игре. Блин, вот если бы еще сглажение было, я бы мог тебя разглядеть. Потому что я вижу какие-то там эти пиксельки, может, что-то непонятное. It's okay, Джек Шепард. Джек Шепард. Блин, куда ты запрятался? Я уже весь город обошел. Я бегаю. Мы, походу, с тобой ходим просто по часовой стрелке. Джек Шепард. Ой, кажется, я вижу, нет? Я тебя вижу, Джек Шепард. Блин, у меня винтовка, конечно, получше. Пойду поищу. Со снайперки на ходу. Да, неплохо. Блин, ты уже... Ты просто рвешь меня. Что ж такое, Джек Шепард? Я просто слишком классный. Mm-hmm. Как тебе в комментарии написали. Джек зазнается. Это просто капец. Комментарии, да. Ну, прочитаешь и прям ожидаешь, сидишь с этих людей. Да падай ты уже! Где там твоя винтовочка, говоришь? I don't know. А, это репитер, патроны к репитеру. Как перезаряжать-то? Прицел держишь и кружочек. Это просто кружочек. Матч наполовину закончен. Угу. Время жрать, а мы не ели, как говорится. Да. Ты все время умираешь, я все время жив. Ой, замолчи. Ты где-то поблизости, кстати говоря, слышал ты такой. Да, потому что тут прыгаю. Наверное, в этом амбаре. Давай, Джек Шепард, вылазь. Я тут пытаюсь кувыркаться, блин. Хорошо. Сток сена не дал мне победить. Ну, конечно. Иначе ты был бы повержен. Я просто лучше тебя. Качественная другая разница. Оба. Давай, давай. А как? Вот так. Всё, начал решать уже просто. Ну, надо ждать тебе все-таки шанс не совсем сливаться на глаза. Получи. Зритель. Пораскинул мозгом. Мозгом, да. Угу. Давай, Джек Шепард. Давай. Я знаю, ты сможешь. А! Нет, нет, не туда. Я-то могу, я знаю. Слабо. Ты мне голову отстрелил, как ты мог? Я просто слишком добр сегодня. Нет, ты просто отстой. А как мне... Да я знаю, я тебя вижу. Как мне этот прицел на другое плечо поставить? А, без понятия. А, вот, стрелочками, понятно. Давай, Джек Шепард, выходи, я знаю, ты тут. Блин, придется самому вылезать, я не люблю это дело. Джек Шепард, я боюсь. Давай! Нет, ну тут, конечно, дефматч, я думаю, быстро надоест, но пока что прикольно очень. Не, вообще дефматч быстро надоедает, но это офигенно. Да что ж это у меня? Да как? Это было элементарно. I win. 250 на 250. Мне все равно лучше тебя. Но маленько совсем. Почему я на корове не могу покататься? Это же тоска и печаль.
Да блин, прячься ты, урода, кусок. Мне хана, мне хана, мне хана. Я дал тебе шанс убежать. Ты меня просто казнил. Забавная игра. Давай на ножах. Я взял нож. Давай. Давай. Иди сюда. Давай. Так, кто так играет? Ладно, все, восполняй здоровье. Или можешь меня грохнуть. Да не, мне не, просто не, было приятно твою реакцию посмотреть. Может, на кулаках, кто кому таблоид пропишет. Ну не, по ножовщину круче. Не подходи ко мне. Чиканос. Спики совсем охренели. Я вашу мексиканскую морду. На! По время. Who's bad? You are so bad. Че там, когда закончится этот матч уже, я хочу... Да уже конец, знаю, он сказал. Дилижанс какой-нибудь тебя грабить. Че тут за пипка на карте нарисована? Ну да. Белый какой-то сундук. А, понятно, патроны. Так, это что? Ау, больно. Поэтому и стреляю. Так убить можно даже, причем. А, перезарядка. Перезарядка. Да блин. Да стреляй. Короче, мы победили, грязные ничтожества. Вива ля Мехико! Вива ля Мехико! Америка! Конечно, скачи с клёв! Топ-плеер, детка. Топ-плеер. Вот это. А, 100 XP. Все, поехали. Наши персонажи гораздо лучше этого урода. Да. Ну, у меня XP растет, и я чувствую, может, там какой-нибудь костюм новый откроется. Я уже 3-го уровня. Ты 5-го. У меня появился динамит. И метательный нож. Нет, я не нож. Хочу голосовать за то, чтобы снова играть. Новый персонаж, что ли, появился? Ну, не знаю, мне пока что это нравится. Давай посмотрим. Лучше бы я 8 раз тебя убил, а смертит у тебя 9. Суицидник хрен. Так, новый персонаж. Ну как тут? Мультиплеер. А как интересно персонажа своего менять? Блин, а как уйти-то из этой штуки? В Варфоломей где? Да мы все еще в этом меню типа тупом. Воу, to skip? Game skip. Ну, мы ее скипнули, окей. Сейчас нас должны загрузить, по идее, на карту просто. Чупароса. Купароса? Капец, ты неграмотный. Ганг Мимберс. О, дождь идет. Так. Опять какой-то, я не знаю. Я просто как выйти-то отсюда? Не знаю, ты у нас все это устроил. Стрелочку налево нажми, я не знаю. Вот. Ну мы перенесемся к другому месту. А как этот режим вообще покинуть? Вот. Опять загрузка. Чё? Гангшутаут, теперь в Лас-Германосе будет. Мне охота на прерии. А прерии у нас по большей части в другой части карты. А тут у нас какие-то горы. О, Джек Шепард что-то наделал. Я могу как-нибудь, я не знаю, выйти из твоего... Ну-ка. Так, return to free roam. Окей. Вот, давай, все, наконец-то. Как писты. Я мучил тебя. Турун-турун-турун. Так. Я вернулся. И ты вернулся. И мы с тобой в жопе мира. У меня появился репитер. О, мы в Лас-Германосе. Это вы в Лас-Германосе, а мы... А, вон ты тоже. А где Варфоломей? Варфоломей, где мой? Ты что натворил? Изабелла. Изабелла, девочка моя. Иди сюда. Варфоломей. Танцуй. Он скачет. Я тебе сейчас поскачу.
Ты по моему Варфоломею попал, что ли? Нет, рядышком. Ты смотри, ты только что играл просто со смертью. Я был так близок к смерти. Варфоломей! Иди сюда, не убегай от меня. Подожди, у меня есть идея, идея века просто. Иди сюда, иди сюда! Стап, ослик. Я должен быть Санчо Панци. Долбанный ослик, я хочу тебя приручить. По нам стреляют сзади. По тебе вообще? Ох, ты тут капец, мы стреляем. Там шериф пришел. Давай их разденем и заберем одежду. И оружие. Отлично, отлично, разоружили козлов. Давай там собирай, там еще одна скотина от нас убегает, сейчас я его накажу за то, что он смел стрелять в Варфоломея. Это у нас какой-то монастырь. Окей. Че там Джек Шепард, ты нашел что хорошее? Ну какое-то оружие стрёмное. Блин. Как мне ослика привязать? Замолчи, Варфоломея, все нормально. Спокойно, тихо. Нет, я не могу его привязать. На твоих глазах я убил офицера, да, все в порядке. Угу. Вон еще какой-то говнюк скачет. Камрадес, куда мы поскачемся? Камраден. Так, раз мы находимся в Мексике, то давай поехали в Перди... А, нет. В Перди мы не поедем никогда. Я не поеду с тобой. Так, железная дорога у нас проходит здесь. Сейчас мы выйдем просто к железной дороге и по ней поедем, пока не встретим состав. Мы, в принципе, вот около нее как раз стоим. Ну да. Около нее. Джек Шепард. Блин, почему я на ослике? Я не могу долго ехать. Потому что ты словак. Не смог. Слушай, он приближается? А нет, это я подумал, слушай, это дым. Да-да-да, это сам этот растенец стоит. Ну я надеюсь, что здесь есть поезда, потому что я хочу грабить поезда. Смотри, какой простор, да? Прикинь, потом мы поезд захватим, будем на нем гонять. Ну, гонять мы на нем не будем, мы, по-моему, управлять нельзя, потому что, насколько я помню, я пытался ограбить в оригинальной игре. Этот. Ты понял. Ну я понял. Что-то там, короче. Там вроде как управления нет. Можно просто уграбить корованы. Куда ты ушуршал вообще? Где поезд? Я не знаю. Плохо в Варфоломеюшке. Варфоломей меня скинул. Он послал тебя, да? Стой сюда, иди, тупая скотина! Я убил кролика. Я убил Варфоломея. Вон там у человека вроде лошадь вменяемая есть. Я просто сел. Ты смотри, как он заступился. Ой, ты что наделал, Джек Шепард, а? Я убил человека, у которого была твоя лошадь. Ну да, и теперь лошадь скакала. Сам давай догоняй ее. Не, мне лень. Во, справа смотри, погнали. Ну только ты-то как бы пешком будешь. Да ты не попадешь, но ты косой. Эй! Убил мою лошадь, сволочь. Мы с тобой очень дружелюбные бандиты. Да. Так, ну теперь у нас есть его бричка. Сударь, подайте мне бричку. Просто так по приколу ограбили. Угу. О, птички. Да потом. Бьё, убил, ладно. Кстати, а здесь интересно, есть эти звери, которые были? Есть, здесь есть. Вот я только что видел несколько. Я еще тебе сказал, я кролика убил. Можно будет на охоту выйти, там шкурки поснимать. Так, если ты плохо водишь. На охоту выйти. У меня хотя бы есть на чем водить, твой толстик тебя скинул, умер. Так что, особо ты не радовался бы. You talking to me? Yeah. Silence. Вот так вот тебе. Вот это называется ездить плохо. Капец. И что у нас в этом городе? В этом городе я не вижу ничего. Вон еще там значит... какой-то датчик. Давай, давай заглянем, завалимся к местным. Давай. Припарковался. Мы приехали. Так, иди помедленнее, потому что все равно, как обычно, тут в городе все будет минуты две прогружаться, NPC всякие. Окей. Хоть так хоть рассмотрим, что у нас тут. Ну, дыра, надо сказать, еще та. Я помню, кстати, этот город. От... К...
Калде. Чупакалота. Чупароса. А, это Купароса, понятно, Чупароса. А, это понятно. Лендгреф. Офис мэра. Неохота просто покататься. Пока. Тут ящики, походу, нельзя лутать в мультиплеере. О, люди появляются. Где? Блин, тогда я зря стрельнул. Да у кого-то тут паника, он кричит такой: «Ааа, пендехо! Они убьют нас!» И убегает. Ты напугал местного жителя. Мадам. Да ладно, не бойся ты меня. Я стреляю только мужчин. Вы все будете нашими сучками. О, на меня, за меня назначена награда. Пуйчик, сейчас подрасти. Я на тебя навелся случайно. Попи больно. Хотя дырка-то в спине. Это странно. Мы новый закон. В этом богом забытом месте. Вы будете платить нам дань. По $20 каждый месяц. Я не продешевил, Джек Шепард? Не, все нормально. Про женщины сейчас скажу. И каждую пятую... Ой, каждую пятницу, может. Каждую пятницу приводить к главному дому этого города, который будет теперь нам, двух женщин. Нормально, Джек Шепард? Четырех. Каждому. Отлично. Есть какие возражения? По-моему, возражать уже просто некому. По-моему, город разбежался. О, там приехали. Не, нет, тут эти оперативники. ФСБ, все дела. Не вставай. О, меня убили. Мексиканская армия. Дик Шепард, что мы будем делать? Ты должен отомстить за меня, братец. Меня убил Джек Шепард. Вообще странное такое родство. Ирландец вместе с индейцем. Ну, притесняемые народы, все дела, там, революцион, понимаешь. Мне кажется, что наш маман была не лучшей женщиной в этой Мексике. По-моему, надо валить из Мексики, пересечь быстрее мексиканскую границу. Но обычно все в другую сторону валят, а мы как-то наоборот в Мексике, на нагадили в Америку. Ну, не знаю, меня такого голодранца там не примут, я думаю, и не пустят вообще в страну-то. Кого 190 долларов. Ой, о, блин, ты чего выпрыгиваешь так? Извини, еще раз, Джек Шепард. Ничего ты как... Ты знаешь, да, что R1 прятаться... О! Он убивает людей в городе, мексиканская армия меня карает за это. Отлично. Капец, они обступают нас со всех сторон, Джек Шепард. А женщин почему-то не ведут. Козлы. Что-то мы делаем не так. Надо почитать мануал по захвату мексиканских городов. Где наша дань? До свидания, проклятый. Капец, ты его вынес. Мы здесь закон. I am the law. Блин, я постоянно прицелюсь, и тебе на спину прицел идет. Лошадь, стой, лошадь. Я приказываю тебе... Блин, я постоянно в тебя целюсь. Ох, это автонаводка, извини. Да, та же фигня. По-моему, пора валить из этого богом забытого места. Ты же бежишь за лошадью, мужик какой-то. Так я его добил, по-моему. Там еще один скачет. Было. Ой-ой-ой. Смотри, какой ты классный. Сзади... Ой, все, наши... Я тебя защитил. Либо зажмут, либо... Где наша женщина? Бежим, Джек Шепард, бежим. Джек Шепард куда-нибудь. Мне нужна лошадь. Бежал. Мне нужна лошадь. Сейчас тебя грохнут, ты на открытом месте. Укрытие, они... Слово говорящие вообще, да? Думаешь? Так, ладно, я как с другой стороны прикрываю нас. Браво, мексиканский папа. Живым мы не сдадимся, легавые! Я появился далеко, блин. Зателла, погнали. Погнали спасать этого безумного пьяного ирландца. Оу, щит! Айришмен, блин. Вот ты тут монстр. I'm an Irishman. I'm an Irishman in Chuparosa. I kill так. Two people. Где эти легавые? Они отстали от меня. Нет, они не отстали от меня. Ты далеко от меня, Джек Шепард. Спасибо. Я близко, но я не могу по горе подняться.
Проблема. За меня уже дают $590 по тем временам. Это лошадь меня скинула к хрена просто. Пошел ты, будешь меня. Так, мне нужно бежать. Короче, я валю из этого города куда-нибудь. Вали из города в мою сторону. А, где моя сторона, да? Я вон вижу тебя на карте. Вот туда и беги. Я слышу лошадь, но я не вижу ее. Так. Вон он, вот он. Бандито. Гангстерито. Я просто страшный человек, Джек Шепард. Лошадь, стой. Стой, лошадь. Тебя убегают лошади. Да. Настолько ты страшен. Не было, что я понял. Я снял воинов, походу зря так или один, да? На самом деле я убил двоих и сваливаю из этого города.